бывает, когда у игрока такая же херня, как и у тебя. Я призываю тебя с взрослой гранатой. Ты бы тоже записывал, то есть ты бы она твои голоса не записывала. Но она почему-то записывает голоса, блин. Как бы это неплохо, но у меня сейчас игры без голосов. Как бы люди не поймут, что... Там этот, блин! Там бежал враг, я в него выстрелил, ты, и ты в этот момент... Ты в этот момент под меня подбежал. Там поезд. Чу-чу-чу. Опять он, короче. Чё ты бежали? Все лезут туда. Он на твое место сел. Рандон, я его сейчас не курю. Так он наш. Ох, не мое место. Убежал. А, ну все, все. Лучше смотреть, короче, назад. А я вперед буду. Он бежит. Там еще один осторожный. Он на тебя смотрит. Давай, давай, выйди. Он спрыгнул, а я его все равно замочил. Красава. Блядь, тут толпа такая была. Вот этим сетами пробегает, честно. Ага, прикольно сейчас было. Чувак полез, я выстрелил, он упал, но не сдох. Вот, я тут же, он рядом со мной упал, короче, я его застрелил. Вот, тут пусто. Я ждем. Поезд едет. Я там застрелил свой гантон, ну ничего, бля. Так, я бегу, не стреляй. Там же чувак. Я его не убил. Он меня убил, осторожно, там чувак. Я помеченный, блядь! Ой, блядь! Давай к нам, пусть они сюда идут. Я чувствую, там уже махач. Да вообще, все за тобой бегут, а мы прикрываем, не мочим их. Я туда пришел. Так, где все? Блять. Я не знаю, когда помеченного убивают, а заканчивают. Просто стреляют. А, все, я уже не помеченный. Yes, я убил козла. О-хо-хо. Не, ну в том месте всегда прикольно играть. Весело.
Ой, я не хотел, извини. Мне предлагают тебя кикнуть. А да ладно. Да! Представляешь? Не надо меня кикнуть. Я уже тебя кикнул, хо-хо-хо-хо-хо. Не надо. Ну что, давайте еще три убийства. Ага. Одно. Ура! Ну, все. 12, нормально. Прикольно. Ну, хорошая карта все-таки. У меня все в одно место бегут здесь постоянно. Вот этот Чок Сан Таичи. Вот этот Салис, с которым мы прикалывались. Прикольно. Сейчас не забудь записывать. Да, я записываю.